Вітаю вас в ефірі програма «Точка зору». У нас в гостях депутат Одеської обласної ради, депутат Верховної Ради України 4-го скликання Антон Кісе. Мої вітання вам, Антон Іванович. Здравствуйте. Водночас ви є президент Асоціації болгар України і представляєте Бессарабський край, край, який здавна славився виноградарством, вином, і край, який найбільш багатший в національному відношенні. І в цьому, напевно, специфіка цього регіону. Многонаціональний наш край. Найбільше кількість національності зосередоточено якраз в Одеській області, а якщо точніше, іменно юг Одеської області – це Бессарабія. І скільки проживає, і які національності мешкають в цьому регіоні? Ну, якщо говорити о компактному проживанні, там найбільше кількість молдаванів, болгар, гагаузів, албанців, селення, староверів, русські поселення. Це компактне проживання. А так, звісно, титульна нація, не хочу обидеть українців, скажу, да, забули. Ні. Вот. Інтересно, в мірі согласия живуть. І хочется делать максимум возможного и невозможного, чтобы вот эта аура добра, благополучия, она была и на многие-многие столетия, скажу так. Ну, а як почувається, отак живете в мирі, злагоді, тому що останнім часом досить багато говорять про національні машини, про їх підтримку, особливо в процесі, коли тривало обговорення мовного закону, який зрештою ухвалено. Національні машини, які мешкають у цьому краї, в якій частині потребують допомоги з боку державної, особливо на законодавчому рівні? Знаєте, мабуть, найголовніше, навіть не національних меншин. Проблеми у всіх однакові, у всіх громадян України. В тому числі, напевно, не вистачає коштів. Звісно, звісно. Сьогодні компактне проживання, дуже велике кількість проживаючих в селах. Як би сьогодні что не говорили отток молодежи, но тем не менее у нас очень большие села и требуются как нигде рабочие места. Это одна из главных проблем, потому что у нас аграрный край, мы видим появление новых технологий и, к сожалению, идет массовое сокращение рабочих мест. Сокращение рабочих мест – это, само собой разумеется, отток уже людей, которые ищут возможность заработать. Это и в областные центры уезжают, и в другие государства, к сожалению. И таким образом нивелируется вот то, что нам передано нашими дедами. И хотелось бы сделать неимоверно важное, в том числе в законодательном плане, с тем, чтобы сохранить этот край. И я вам откровенно скажу, что люди уезжают со своих родных мест нехотя. Ну, насиджені міста, звичайно, але вабить прабатьківщина. Болгар, румын, які мешкають на території Бессарабії. Ну, безусловно, кожна держава заботиться о своїй національній меншині, яка проживає за границей. От, якщо говорити о Болгарії, в тому числі і Болгарія, є спеціальний комітет, якщо так можна сказати, государственний, який займається проблемами болгар, живущих вне Болгарії. Найбільша діаспора болгар проживає в Україні. А если говорить об Украине, компактное проживание – это Одесская, Запорожская, Крым, Кировоградская, Николаевская области. И в том числе, имея уже опыт работы на государственной службе, в Комитете Верховного Совета по правам человека и национальным меньшинам, когда я работал в Верховном Совете, активно работают программы поддержки зарубежных украинцев. Тут у нас в Украине, да, и за кордоном? Конечно, за кордоном. Мы выезжали уже тогда с главой комитета Геннадием Юрьевичем Удовенко, известная личность, бывший министр иностранных дел Украины, в Приднестровье, я бывал в Румынии, во многих других странах уже с визитами, с тем, чтобы оказать содействие, в том числе и в Болгарии, встречался с украинскими людьми, которые там живут, украинцами, и оказывали им ту практическую помощь, которая может оказать в том числе государство Украины. Тобто ви закладали ці підвалини дружніх стосунків і допомоги? Безусловно. А в якій частині на державному рівні, от я повертаюся знову до цього питання, національні меншини все-таки потребують допомоги? І я знаю, що ви були на засіданні гуманітарної ради при президенті України. Яка зараз нині державна політика щодо підтримки нацменшин? Знаєте, я вже активно займаюся цією діяльністю на протяжении более 10 лет. І практично от така нить
связь между администрацией президентом и представителями национальных меньшин была оборвана. Вот как ушел с поста президент Кучма, и оборвались вот такие тесные связи. И только сегодня, вот впервые, была гуманитарная рада, на которой рассматривались как раз вопросы национальных меньшин Украины. И все выступающие, которые были заявлены, и все, кто приглашенные, в том числе и я, конечно, активно поддерживали вот такую инициативу. И самая главная проблема закону о национальных меньшин Украины уже 20 лет. Конечно, требуются изменения, требуются дополнения, требуется свежая струя. Это, наверное, базовое сегодня задание, которое необходимо реализовать. Это было принято всеми, и я думаю, что он найдет реализацию. Со слов президента будет введены в состав специальная группа людей, которая будет вносить соответствующие предложения, изменения с тем, чтобы принять в новой редакции соответствующий закон. Это первое. Второе, акцентировали внимание еще на ассамблею, конституционная ассамблея, которая сегодня работает над новой редакцией Конституции Украины. Был поднят вопрос, что в том числе и участие представителей национальных меньшин в разработке этого важного документа, потому что там есть статьи, которые непосредственно касаются тех народов, которые сегодня проживают. Тобто інтереси нацменшин мають бути відображені в Конституції України. Да. А от я більш конкретно, чим, знаєте, є стаття розпливчата, необхідно конкретизувати. Точно так. А от як на державному рівні фінансуються програми нацменшин? Ви відчуваєте в себе на Одещині? Ну, я скажу, що Одещина була, є, мабуть, буде приміром, в тому числі в організації роботи з національними меншинами. В том числе и с финансированием. Это, наверное, единственный регион на протяжении всех времен независимости. В общем, это очень толерантно, эффективно работает в этом направлении. И ныне действующее руководство, областной совет, представителем которого я являюсь, в том числе мы активно работаем. И даже свой пример Одещины мы предлагали сегодня, в том числе на Раде, который проводил президент, с тем, чтобы хороший опыт был реализован в масштабах государства. В масштабах государства на поддержку национальных меньшин Украины выделено 5 миллионов гривен. Я не говорю, что это много или мало. Но задавалось несколько вопросов, каким образом используется, кто их использует, каковы препоны сегодня. Для того, чтобы провести мероприятие, надо участвовать в Министерстве культуры, проводить соответствующие конкурсы. В общем, это много тех препонов, которые не дают возможность в полном объеме использовать даже эту сумму, которая выделяется. И, конечно, опыт распределения средств среди всех представителей общественных организаций может быть, в общем-то, принят у Одещини. Ну, на Одещині ви сказали, як власне в кожному регіоні України є свої проблеми, це нестача робочих місць. А те, що сьогодні мешканці вашого краю мають можливість отримати паспорт закордонний, румунський, булгарський, це допомагає якось в вирішенні соціальних проблем, які переживають люди? Знаєте, ми повинні руководствуватися Конституцією України. В Конституції України чітко записано, що ми можемо бути тільки громадянами України. А мы другие формы не могут быть приняты, но сегодня в принципе огромное количество людей, я бы так назвал, которые получают паспорта других государств, наверное, получают из-за того, что сегодня мы не можем создать им нормальных условий для работы прежде всего, не можем создать им социальные гарантии. И, конечно, это и побуждает к поиску. Знаете, рыба где глубже, человек где лучше ищет. И вот это основная проблема. Хотя есть другие формы. Есть для тех, кто работает, выдаются специальные документы постоянного проживания, чтобы на период работы он мог получать соответствующие документы без проблемно пересекать границы. Есть много тех форм, которые могут быть применены. Но убежден, что сегодня, если говорить о нашем крае, наш народ любит свой край, в целом, как каждый украинец любит свою державу. Мы должны решать вопросы рабочих мест. Было буквально несколько лет назад вынесено, в том числе руководством страны,
о принятии на законодательном уровне территории приоритетного развития. Вот взять Бессарабию в качестве эксперимента и дать возможность, гарантии на уровне закона принять, соответствующие дать преференции по развитию сельского хозяйства, дать на 3-5 лет и посмотреть, как будет край развиваться, будет ли отток людей, останутся люди в этих селах. То есть здесь есть уже и наметки по разработанному документу. Но сегодня в пылу вот этих политических страстей от выборов до выборов конкретной работе никто, собственно говоря, не приступает. Если мы не будем экспериментировать, если мы не будем искать, если мы не будем проводить водопроводы в родном крае, не будем газифицировать, не будем... Ну, давайте загрузиться... не будем загалом, а вы це робите, наскільки я знаю, тому що Одещина і, зокрема, Болградський район, який ви представляєте, мають проблеми з питною водою. Ну, в цілому край, знаєте, якщо немножко все говорити, історична родина, історія, от коли переселились наші предки на эти земли, вот, в том числе албанцы, гагаузы, болгары и другие национальности, когда они осваивали этот край, самая большая проблема – это степной край, отсутствие воды. И, к сожалению, уже 200 лет эта проблема сохраняется. Сегодня водонапорные башни строятся, сегодня водопроводы. И сегодня мы понимаем, что рассчитывать только на помощь государства, ну, это надо, государство обязано. Но, тем не менее, есть реальные возможности, которые, в общем-то, не могут быть, могут быть использованы, но они не могут удовлетворять людей в полном объеме. А как вам доведется вырешивать эти проблемы? Есть сегодня, к счастью, сохранились базовые хозяйства. Что такое базовое хозяйство? Это бывшие колхозы. Просто, в общем-то, форма собственности изменена, созданы соответствующие коллективные хозяйства, которые активно принимают участие в заботе о своих людях. Есть сегодня сельская рада, которая аккумулирует эти возможности. Есть сегодня депутатский корпус, есть сегодня спонсоры. Если все это собрать воедино, и как раз вот за буквально полгода провели уже 27 километров водопроводной воды. Открываем буветы для получения очищенной воды. И решаем те вопросы, которые сегодня должны решаться. И у людей нет времени еще дальше ждать, потому что если мы не будем о них заботиться, статистику, сегодня массу сел, массу, к сожалению, десятки сел, просто их уже... Немає на карте. Конечно, карте конечно. Для Украины. Того, чтобы мы сохранили эти села, мы должны что-то делать. И как раз вот сегодня мы над этой задачей работаем. Как это нам удается, это как раз судить моим людям. Чего это я делаю? Потому что я депутат-мажоритарщик, как раз от Бессарабского края. И, безусловно, у меня есть возможность, у меня есть желание, у меня есть понимание, есть поддержка для реализации вот этих деловых проектов, которые приносят пользу людям. Антон Иванович, а цікаво, чи збереглися ті славетні виноградники, яких здавна, із особливо часів Радянського Союзу, ми знаємо, що там найсмачніший виноград, найсмачніший вина. Ви много знаєте, наверное, бували в наших краях. Я вам скажу, що я сказав аграрний край, і, наверное, надо сказати маленьку ремарку, не совсем может быть приятно, что сегодня, в общем-то, те урожаи, которые собираются, сейчас идет сбор урожая, они не могут удовлетворять. У нас было засушливый сезон, в общем-то, где-то тяжеловатая была зима, и, конечно, проблемы сегодня с зерновыми, будем надеяться на подсолнечники, на кукурузу. А что касается виноград, виноград сегодня прекрасный, вы знаете, что он такой устойчивый, особенно в нашем крае. И сегодня у нас хорошие вины, которые недостаточно, как говорят специалисты, раскручены, но по качеству, в общем-то, они, я уверен, не уступают ни итальянским, ни французским, ни болгарским, ни чьим другим винам. И вот развитие виноградарства, опять же, это как раз же программа, государственная программа, которая дала возможность вот такому импульсу, потому что часть денег на приобретение саженцев, на проведение работ и так далее, это было компенсировано державой. Когда есть компенсация, тогда есть возможность подключаться людям, вкладывать дополнительные свои средства, иметь такие прекрасные результаты. Края, виноградные, и, в том числе и сады. На территории региона было много військових формувань. Как сейчас задействована эта инфраструктура? Знаете, очень большая проблема. В
вы настолько осведомлены этой проблемой, что я даже удивляюсь, мне кажется, что вы где-то выходец нашего края. Но это очень большая проблема. О ней очень много говорится. Журналисты мают знать, очень мало делается. Конечно, наверное, единственный прогресс, который начат, но сегодня не видно продолжения, это болградская дивизия, которая была дислоцирована в городе Болграде. В том числе ее подразделения находились и Веселый Кут Арцизского района, другая часть находилась в том числе и Березино этого Тарутинского района. К сожалению, сегодня эти городки пусты. Они переданы на баланс местных советов. Они не имеют определенного экономического интереса, они могут быть только, знаете, кому-то подарены, а зачастую разворовываются. В этом вопросе у нас нет государственной политики, нет вот такой твердой руки, которая могла бы разрешить этой ситуации, к сожалению. Единственный такой прогресс, я бы сказал, это дислокация уже подразделений, там около 200 человек находится уже военных в Болграде. Вы представляете, какая протяженность границы? У нас только появилась воинская часть 2 года назад. На протяжении последних лет ни одного солдата там не было. Только эти райотделы милиции так шутят в наших краях. Говорят, что уже соседние державы могут, в общем-то, захватить. Это понятно, шутка. Об этом центр может узнать через неделю. Но сегодня есть в этом направлении подвижки. Сегодня в том числе будет дислокация батальона милиции в городе Болграде. Думаю, что это очень верная и правильная политика руководства державы, в том числе и депутатского корпуса областного совета и областной власти. Антон Іванович, Одещина має хороший потенціал саме в аграрній сфері, ви про це сказали. Плюси маєте і в транспортному відношенні. Ну, конечно, транспортний коридор, безусловно. Но вы знаете, вот с портами сегодня очень большая проблема. Я не знаю, поможет ли закон, который принят о портах. Про морские порты? Да. Я не знаю, что это поможет. Здесь дискуссия не одного часа. Но очень бы хотелось, чтобы наши порты, Килийский, Измаильский, я не говорю об Одесских, Ильичевских, Южном портах, учитывая, что у меня вид деятельности в бизнесе тоже связан в каком-то плане с портами, работой, совместной работой. Очень хотелось бы оживить, потому что один порт Галац, он затмил всю Украину, все порты. Я думаю, что у нас достаточно самолюбия, достаточно ресурса, такого людского, такого профессионализма для того, чтобы мы исправили положение. И есть возможности и потенциал у сельского туризма региона. То есть, если взять до уваги, что у вас есть цілі села, скажем, болгарские, это свои родные музеи, есть людям, что показать, над этим треба працювати. Конечно, это одна из форм привлечения людей и зарабатывания денег. И сегодня эта форма развивается. Сегодня у нас есть очень замечательные места. Вот Вилково, у нас хорошее село Новоселовка, Саратовский район, где можно ознакомиться с культурой молдаван, где мы можем ознакомиться с культурой болгар, село Заря, того же Саратовского. Да. Мы можем уникальное село Огородное Болградского района с уникальным музеем историческим. Мы можем посетить село Жовтневе, албанская культура. Мы можем посетить ряд сел, ряд просто сел русских староверы с уникальной тоже традицией культуры рыболовства. То есть гагаузские села, которые, ну, Дмитровка, Александровка, Александровский собор. Это нельзя передать. И скажу, что на чем держится Бессарабия? На культуре, на песнях, на танцах, на традициях, на обычаях, на родном и на государственном языке. Дякую. Я вам бажаю, щоб вас склалося підтримати цю чудову культуру, традиції тих народів, які мешкають в Бессарабії. Ми підтримуємо 100%, і нас люди підтримують. І я бажаю вам успіхів у цьому. А нашим друзям хочу нагадати, що гостем програми «Точка зору» був Антон Кісе, депутат Одеської обласної ради, депутат Верховної ради 4-го скликання, президент Асоціації болгар України. Всього найкращого. Залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.